Ванька, а что у тебя тут за целый город? Мама, это я устроил. Да? Мама, хабили. Мама, хабили, мама. Тебя убили? Кто тебя мог убить? А то хабили. И тут убили? Ой. Мы вчера тут с Антошей играли. Воевали. Мама, мы убили меня. Всех убили? Так. Король, мы типа здесь был аэропорт, на нас напали. Мы убили, мам! Сторону аэропорта. Вот самолеты стояли, только вот так. Это человек за пулеметом. И сейчас с Григорием позавтракаем. Ты что, будешь макарончики? Будешь макароны? Так, все, мы будем завтракать. Я продолжаю дать рис с плова, салат у меня и кофе. Мама, вы Гриша, что? Макароны. Вы же говорили, что ли, там бесконечно у нас плов? Да. Пока я его не даю. Он никак не закончится, да? Да. Так, у нас уже 8:30. Мы позавтракали. Вот, уже переоделись. Я не знаю, что там Григорий оделся или нет. Сейчас пойду смотреть. В общем, вязать мы сегодня не будем. Что-то там рынок не очень. Но, знаете, такое бывает. Примерно, не знаю, там, может быть, раз в 2-3 месяца, когда не особо там хороший рынок. Ну, ничего страшного. Подождем, отдохнем. Вот, так что сегодня занимаемся домашними делами. Да, Григорий? Ты что? Чем занимаешься? Домашними делами? Аэропорт. Аэропорт построил? Здорово. Самолетики, да? Угу. Да, здание. Только оденься, хорошо? Угу. У нас тут такая радость, к нам Зоечка приехала, да? Угу. И пьет молоко. Вкусное молоко? Ага. С трубочкой обязательно надо пить молоко, да? Ага. Тогда оно вкуснее. Тебе печенька дать? Ага. Зоя сейчас с папой будет что делать? Качелю? Ага. Папа будет качелю делать? Мой, да? Папа. Твой папа, да. Как твоего папу зовут? А, папуля. Папуля? Ага. А это хороший у тебя папуля, да? А может, как-то его еще зовут? Шастер. Как зовут его? Степа? Нет. Как зовут папу? Папуя. Я сейчас буду закатывать яблочный компот. Уже здесь выбрала все яблочки. Закипает. Здесь 3 банки намыла. Вот с 15-литровой кастрюли получается 9 литров. Получается. Это у меня такая вот лимонная кислота. И я сюда добавляю буквально по щепотке. Что ты хочешь, Лиш? Ну, каждую эту щепотку лимонной кислоты. Все, теперь сейчас моем руки и будем закатывать. 3 баночки получится. Немножечко там остается, буквально кружечка. Я выливаю ее. Этот сок яблочный, водичку. Так, ну что, будем закатывать? Чем цвет. Сейчас еще хорошо закипит, только начинает. Пузырьки сейчас крупные пойдут. В общем, ставлю в кастрюльку банку, черпачок из Икеи, и все этим ковшиком наливаю прямо с горочкой, что называется. То есть прям, чтобы оно немного даже переливалось. Все, накрываю крышкой, оно еще больше стекает из-за крышки. И закатываю все. Вот, а когда переворачивать, естественно, укутывать буду в этот раз на полу, то что вот этот стол занимает опять... И ничего получится не приготовить по-нормальному, поэтому на пол буду все складывать. Так, что тут закипело? Да, почти. Да, уже сейчас будем закатывать. Так, у меня тут готовится обед. Чаша уже для мультиварки готова. Здесь у меня мяско. Уточка, которая была недоваренная. Я пообрезала вот эту заднюю часть, мы все любим. Ножки, грудку, крылышки. Здесь теперь это все обжаривается
со специями, с морковкой, с луком и с болгарским перчиком. Хребетик мы отдадим Рексику. У него тоже будет сегодня праздник. Здесь у меня полба. То есть все вместе в мультиварке будет мясо и каша. Уже насыпала 2 мультистакана. В прошлый раз, когда делала плов, насыпала 3 мультистакана риса. Вот эти вот мультиварки, имею в виду. И, блин, неделю его еще доедала, поэтому будет 2 стакана каши. Все сейчас промою, хорошо через сито пропущу. Ну, то есть, как это, солью воду через сито. Вот. И все вместе сложу в мультиварку и буду готовить на режиме крупа. Гриша в Красносельске хотели снять деньги с карточки в Сбербанке. Здесь только на прием работает банкомат. Сейчас смотрим, что здесь на стадионе даже траву поливают, да? Тут, наверное, ну, да, вот здесь поливают, прям ухаживают за газоном. Все зелененькое. Видим, сейчас впереди нас мусорка, из которой вылетает мусор. То есть она не только собирает, она еще и сама раскидывает мусор. Гляньте, тут с нее летит. Ужас. Так, ну что, мы приехали в поликлинику. Это испытание всей жизни. Ой, Димози, Димой. Ты моя радость. Пошли, все будет хорошо. Ненавижу стоматологов. И я. Все это знают. И все ненавидят сынок. Ну ничего страшного. Это пошли. Ужасно. Блядь, какое прикольное, да? Боже мой. Не. Понятно. Надо дальше. Еще лучше. О, какой город. Ой, ты что, на любых так можно? Наверное. Так, ну что, побывали мы в стоматологической поликлинике. Григорию сказали, что все нормально. А я так боялся. А, мама, ты бы меня хотя бы предупредила. Я ж не знала, я думала, там у него есть черные эти, что их надо лечить, а она сказала, что это молочные зубы и поменяются. Так что все здорово, да, сына? Ты рад? Можно продать чего? Кошкин дом. Кошкин дом? Да, будем делать. А я вещи продаю. А ты вещи продаешь? Это на бомжика больше похоже. Мы это сделали этого кота, это флаг котов. А я своего режу. Две сосиски. И 2 колбасы. Ага, счастье коту. А, две сосиски. Аллилуйя. У нас сегодня праздник детей и котов. Ага. Да. Каждый день. Так, Гриш, ты остаешься? Сама. Тогда раздеваемся. А? Так, ну все, у меня обед. Это опять огромная тарелка помидорчиков. И полба с уточкой. И, конечно, включенный кондиционер. Без него вообще никуда. Так, ну что, все, я покушала, теперь добрая и могу вам рассказать по поводу Григория. В общем, в стоматологии нам ничего не делали, посмотрели зубы. В общем, сказали, что вот там у него такая чернота, как налет, что ничего страшного, в этом возрасте ничего делать не нужно, что все зубы, которые будут скоро меняться, да, на них есть кариес, но они скоро выпадут, если они не болят, то трогать их не нужно. Те, что новые зубы, и те, что будут меняться позже, все уже в пломбах. Ну, то есть мы же вперед их лечили, ходили. Вот, в общем, нового там кариеса нет, все в порядке. Сказали по поводу прикуса, по поводу вот зубов всех, что да, нам ехать на Рашпилевскую, по-моему, 31. Вот, там все бесплатно, сделают нам пластины. Какими зубами нас примут, то есть меня вот это вот больше всего интересовало, примут ли нас на Рашпилевской с такими зубами, да, сказали, что примут, все в порядке, вот, если что-то им не понравится, то они напишут рекомендации, и мы опять запишемся в Динскую, выполним все эти рекомендации, то есть уже врачи, да, по их рекомендации, динские врачи все будут там долечивать, вот. И, в общем-то, вот так вот. Так что нам теперь нужно подумать, когда нам ехать в Краснодар. Жара такая, я даже не знаю. По-любому туда на Рашпилевскую нужно ехать на общественном транспорте. На машине мы там будем стоять в жутких пробках. Вот. Так что будем с Григорием скоро ехать в Краснодар на маршрутке, потом еще на трамвае через, ну так, почти весь город. Далеко достаточно, на двоечке нам катиться. От Гаврилова.
Так что поедем. Гришка как раз ждет, когда ему придется прокатиться на трамвае. Что еще хотела сказать? В общем-то, вот такая вот поездка. Я, если честно, рада, потому что я так переживала, думала... Гришка сам волновался с этими зубами, сидел там, трясся перед кабинетом. Мы еще пришли, записи, ну, то есть талончик у нас на 12 часов. В 12 часов там еще занято, в 12:30 мы еще полчаса ждали в коридоре, слушали все эти ахи-охи детей, ну, там ребенок, девочка была там, ну, жалко, конечно, ребенка, она там кричала, вот. И одна женщина сидит в коридоре и говорит нам, с девочкой она была: «Вы за нами». Я говорю: «А у вас на сколько талончик?» «На 9 утра». Я говорю: «Ну и?» «У нас на 12». Она говорит: «Ну, мы приходили в 9 утра, но как бы она испугалась, вот мы сейчас ее уговорили, типа того, что пропустите нас». Я говорю: «Нет, мы пропускать не будем, потому что, ну, я понимаю, что лечение тоже занимает время. То есть, да, вы уговорили ребенка, но это же не за 5 минут она будет вас лечить, это как бы как минимум полчаса». Вот. Но я говорю: «Ну, давайте вместе зайдем, если действительно, я же вообще не знаю, знаете, сидит тут в коридоре, есть у нее талончик, нет». Вот и врач, да, говорит, что вы уже прошли свою очередь, ждите теперь, пока я всех приму по талончикам. Мне вроде с одной стороны и жалко, но... Я бы лично на ее месте переписалась на другой день. Я не могу вот не в свое время лезть, не знаю. Мне как-то вообще неудобно. Если я знаю, что я записана, то я буду стоять на своем. Не зря же, к чему тогда запись вообще ведется, если все будут заходить без очереди? Зачем тогда запись? Тогда легче приходить по живой очереди, сидеть, ждать. Вот, в общем, все, Григория приняли, его тоже там 5 минут, буквально, ну, может быть, 10 минут, врач все хорошо посмотрела, там посветила, поковыряла ему, так что все в порядке. Фух, теперь готовится нам в Краснодар. Но для меня это реально готовится, потому что я знаю, я буду потом полдня болеть после этой поездки, у меня голова болит от общественного транспорта, все эти запахи, вот эта вот пыль, когда открывается дверь маршрутки, и потом... закрывается, и эта вся пыль летит, ну, вообще, короче, как вспомню, так вздрогну. Вот. А сейчас я пойду на почту, пришли мне там посылки с Алиэкспресс, и еще в магазин за пакетиками, и буду расписывать прянички, хочу, пока никого нет, расписать прянички, так что я поехала. Я забрала, в общем, с Алиэкспресс, с почты, вот такие вот вырезки для пряников, для печенюк, для чего угодно. Эти платья, они просто обалденные. Пришли, вот видите, парочку, два, немножко как бы кривоватых, но я думаю, что Сереженечка все подправит, выгнет. Тут вот чуть-чуть кривоватое. То есть, когда ты его, когда вот так прижимаешь, да, оно вот неровно к столу. Но за такую цену, сколько они там стоят, что-то не очень дорого. Вот эти вот мне нравятся. 4 размеров и квадратики. Вот, сейчас пупырки. Все было упаковано в пупырки и в обычные вот эти желтые, как бумажные пакеты. Вот, ставила детям хлопать. Это наше любимое занятие. Пока никого нет. Буду сейчас расписывать цветы пряничные. Этот букет у меня будет. Так, все уже дома. Ты так говоришь, как будто трамваи в пробке не стоят. В трамвае нет. Как это? Троллейбусы. А там трамвай не ходит. Ну, туда до этой доехать и 2 квартала пройти. Алло. Трамвай нам надо. Так, вот пока никого не было, я расписала цветы, бабочки, цветочки. И вот здесь вот еще надо написать с днем рождения. Мама, я к такому не готова, 2 квартала. И листики нужно еще до... красить. А ты что будешь с листиком? Пока еще ничего. А типа как формочки, да? Угу. Так, тебе еще, что кушать? Еще 11 ну ты знаешь. Мы еще 11 ночи бы поехали. Чай? Чай. Кашу с мясом. Сейчас сделаем. Антоха, покажи свою кружку. Она как его голова, глянь. Мне можно суп налить, да и все. Ты куда пойдешь? А да, я ем. Печенье будешь есть? Там ем. Там съешь, на улице? Да.
Ого! Ты хоть со всеми поделишься? Да. Ручку тебе дать? Или ты сам? А кому ты будешь давать там печенье? Антону и Ваве. Антону и Ваве, а там еще Даша и Саша. А там и Вяка-Ляка. Всем дашь? Да. А тебе там останется, посмотри. У меня. Да? Да. Ну хорошо, тогда беги. А там он. Так, а мы наконец-то убрали матрас. Он, конечно, очень удобен. Здорово вообще, когда матрас. Но с утра ты через него спотыкаешься, когда нужно туда-сюда сходить. Кофе, сахар, холодильник, в общем. А вечером, конечно, здорово. Поэтому пока убрали, пока будем без него. Как только к нам приедут гости, опять его достанем. У нас так всегда, мы его достаем, и потом еще недели две после гостей он нас радует. Но все равно надоедает. Так, сейчас иду переодеваться и помидоры. Займусь помидорами, сделаю сейчас томат быстренько в соковыжималке и закатаю его. Так, помидоры тут, конечно, очень хорошо подспели, некоторые даже чересчур. Поэтому сейчас все это переберу, перемою, будем делать сок. Дети пока тут играют, на батуте все сидят. Там косточка в персике, я знаю. Достать нет, ты ее обкушай и выкини. Как же я ее достану? Ты ее обкушай, в ведерко выкини, хорошо? Что ты тут катаешься, сынок? А по травке хорошо ездить, сына? Это трактор. Да, это трактор. А по травке хорошо ездить? А это трудно. Трудно ездить? Да. А ты откуда знаешь? Ты ездил? Да, я говорю, тут трудно. Трудно, да. Да. А кто с тобой здесь играл? Мама, тут трудно. Трудно, да. А кто с тобой играл? Сашенька? Мама, там на камнях. Там на камнях тоже трудно. А тут на дорожке хорошо, да? Батут у нас лучшее место для отдыха. Мама, папа один. Саша уже топает. С ведерком играет. Сашуня! Саш! Саша! Саша! Зови Сашу. Поедешь? Да. Ну давай, пока. Угу. Давай. Ой! Другой ты как быстро. Гляньте, у нас тут даже надпись сохранилась. Гриша, Антоша, Афоня, 18.06, 14-й год, по-моему, 14-й, да. Ну, конечно, можно. Давай, ножки расставляй. Саша, а ну помоги. Тихо, Гришуль, аккуратненько. Его на травку, Гриш, чтобы он не уехал с дорожки, хорошо? Ку-ку, ты поехал? Пока-пока. Он боится, Гриш, он еще не понимает. Видишь, как надо ножками? Топ-топ. Все. Нет, тут по цветочкам не надо ездить. Чего, жарко? Мама зовет Дашу. Сам на велике, сынок. Обалдеть. Как тебе? Я не знаю, как тебе. А как на велике? Я не знаю, как на нем ездят люди. Как мальчики на нем катаются, ты знаешь? Как-то крутят, наверное, педальки, да? Ты вот эту ножку смотри. А. Вот эту вот смотри. Ты ее вот так вот ставь и толкай. Да. Ой, вставай. Все, хорошо. Поднимай велосипед.
Ну, на этом тебе, видишь, еще трудновато. Еще ножки у тебя не доросли, да? Мама, ходи. Нет, ты в обратную сторону. Я здесь, видишь, какая дорожка? Здесь просто дорожка сюда. Ты можешь упасть. А где твой велосипедик, тот зелененький? Может, на нем? Упадешь? Вот так иду. А на чем? На зеленом? Да. А на этом? Нет. Нет, все будет хорошо. А я буду маленький. Маленький? Да. Ты научишься, да? Ты вырастешь побольше, ножки будут у тебя большие, да? Да. А вот так. Угу. Будешь тогда быстро ездить, да? Вот так. Видишь, тут тебе получается. Только смотри вперед, чтобы ты не упал, сынок. Вот это, блин, свет. Прожектор Paris Hilton. Папа мне включил. Папуль, надо еще переноску. Вот это ж мне теперь включить. Да. Так, что самое главное после того, как мы перекрутили все помидоры на соковыжималке? Закатать их? Нет. Надо главное сразу помыть соковыжималку, пока все косточки от помидор не прилипли. Так что я сейчас все помыла, все миски перемыла. Рексик! Выключаем свет, Рексик. И идем закатывать в комнату. Все, пошла в комнату. Ты как будто фары от машины. Класс. Так, все, томатик я закатала. Боже, какой он густой. Прям видно, что там мякоть, вот это вот там помидоров. Так, все хорошо, сейчас укутываем, думается и спать. Сегодня мы ложимся пораньше, в 11 часов сижу, не детей уже давно уложили, а сами досматривали мультик «Зверопой». Помимо того, что детям он очень понравился, еще и нам. Столько песен, в общем, столько животных, круто. Ой, деньги сыпятся с меня. Не знаю уж, откуда это. 10 копеек. Ну все, в общем, иду спать. Всем до завтра. Пока! For all the times that you ain't my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well, I ain't.